А потом, кто выиграет, будет обязан поделиться секретом. У нас будет конкурс наоборот. Кто выиграет, у него будет не приз, он должен будет рассказать, в чем дело. Не получается у меня сфоткать. Вот, смотрите, какая. Нереальная, конечно, красотка. Я всегда с очень большим... Вот я как раз с пиететом к тем, кто их выращивает, потому что, конечно, это нереально классно. У них и форма, и все. На мой взгляд, вот кто-то говорил, там пилорики, фаленопсисы. Ну, мне кажется, вот эта вот красота, она прям, ну, она прям бомба. Учитывая, что вот это все в теории может где-то в джунглях расти. У меня прям, ну не знаю, у меня прям что-то особые какие-то эмоции постоянно к валькирианам, вот к этим. Это прям нереально круто. А давайте я вот здесь сверну, потому что здесь я проходила. Это вот эти вот African Queen. Ну, я не знаю, тональ нет, их много. Вот так вот отличить, на взгляд, не смогу вам, кто это из них. Вот они классные чем? Они, конечно, восковые, плотные такие. И... Ой, они сильно пахнут, надо же. Но, честно говоря, я тоже не очень понимаю вот этот бум насчет них. Ну, они, мне кажется, нет, они классные, но не... Ну, короче, меня они не цепляют. Ой, блин, как же тяжелый-то. Ой, прищемилась. Посмотрите, какая бомба. Вот это да, вот этот цвет. Я что хочу сказать. Я вот этот эфир, наверное, сегодня отключу, все проведу, а потом скрою, потому что иначе зимой вам будет нечего смотреть. Поэтому кто вот сейчас с нами, он с нами, а кто не с нами, тот потом зимой я его включу обратно. Мне кажется, это будет прикольно. Вот еще, смотрите, какая девица. Кто стойкий, кто смотрит, тот увидит первым. Кто не стойкий, тот увидит зимой все. Ну, тоже нормально зимой, правда? Не, просто я, знаете, подумала, сейчас столько много у вас всего получается, столько много интересного, роликов, видео, а зимой-то ничего этого не будет. Поэтому давайте я вот проведу эфир, и я его просто спрячу. А зимой я его опять открою. И зимой у вас будет как будто бы опять путешествие. Пока неизвестно, откроет граница до зимы, не откроет, все как-то. Вон Таиланд радостно сообщил, что к 2022 году они будут все открывать. Я постоянно подписана на ряд каналов специальных, чтобы понимать, что в каком состоянии. И поэтому... Вот вчера только была информация такая. А вот это вот уже, мне кажется, поинтереснее. Такая более крупная, оранжевая. Вот, смотрите, размер. Мне кажется, это Triumphal Coronation Set. Могу ошибаться. Ну, конечно, могу ошибаться, безусловно. Мне кажется, это она. А это Альмаки. Классическая. Смотрите, какая крутая. Да нет уж, вот знаете, в Тай за Вандами... Нет, ребят, не издевайтесь надо мной, пожалуйста. Там сейчас плюс 40, а потом граница-то закрыта. Мы сюда попали, и это даже не буду рассказывать как. Не попадете вы никуда сейчас. И потом вы извините, пожалуйста, эта Ванда у вас будет бриллиантовая. Это на карантине еще сидеть 2 недели. В Таиланде сейчас, по-моему, 10 дней. Я говорю, самая засада, ну, вот я рассказывала уже, что одна из самых проблем в карантине в том, что ты не можешь выбрать там какой-то Airbnb, да, посидеть в каком-то там в квартирке, ну, что-нибудь попроще снять себе, там, по душе, по деньгам. Тебе дают, вот что дают, вот там сиди. И в Таиланде та же самая история. Там очень дорогие карантинные отели, поэтому нет. Лучше на что-нибудь другое-то. Посмотрите тоже. Туда я уже не пойду, ребят. Ну так, давайте я пройдусь просто уже вот так поверхностно. Но я каждый ряд не хочу разглядывать, потому что мне прям жарко. Я думаю, у меня вся одежда к телу прилипает. Противный такой. Ну, противный. Жарко. Вот дендробиум. А это вот эти вот, видите, они все в бутончиках, когда же цветут, очень мне нравится. Но я понимаю, что в наших квартирах они, конечно, не могут быть популярными, потому что они вот других условий требуют. И, кстати, хотела вам сказать про пластик дол отобранных. И сама себя перебила. Да, я просто тем, кто только сейчас подключился, хочу сказать, что мы уже договорились с Денисом. Я сегодня ему вечером или завтра, ну, нашим вечером отправлю новый заказ наш. И мы все это будем получать в середине, ну, ближе к концу апреля. Вместе как раз с тем, что мы вот закупили здесь.
Так что, если хотите, сегодня реально последний день для того, чтобы... Никуда я ломлюсь. Да, не в те ворота. Для того, чтобы сделать заказ. Не, ну можно и потом, конечно, его сделать будет. Но просто потом, когда наберем, непонятно. Ой, как тут хорошо, ветерочек. А вот еще один ряд. Ну вот, знаете, да, нет, жара тоже, все само по себе нормально. Но когда жара и духота, и влажность, ну реально трудно. Смотрите, что я нашла. Надо спросить, давай возьмем, я спрошу. Кому надо, две анаразита. Слушай, давай возьмем их, пожалуйста. Спроси, пожалуйста, да, поставь, я потом приду. Ну, как бы взять-то? Такая заметалась. А я одну возьму, я покажу, спрошу, что вот нашли, можно ли их взять. Так, девочки, извините, просто это я знаю, все хотят ее. Все они мечтали, мне надо как-то вам достать хотя бы одну. Вон, посмотрите, какие еще крутые. Так, а тут я уже была, по-моему, да? Пойдем дальше, вот последняя у нас часть. У меня все, у меня уже мысли от Девиани разить. Я сейчас спрошу, и если можно, я ее все заберу. Да, тут я была, а вот здесь я не была еще. Такая надпись грозная. Вот так. Вы посмотрите, а тут прохладненько. Вот тут можно часами ходить. Вот, еще раз скажу всем, что я сейчас прохожу этот эфир, и я его отключаю. И включу по новой только зимой. И отобрали мы уже... Ой, какая красота, слушайте, какая у него губа. Вообще прям крутая. И отобрала я уже пластик эти. Пластик долы. Поэтому вы можете их заказывать. Это вот чьи-то. Ну, чьи-то заказы уже стоят. Смотрите, какой море котлючек. Классно, правда? Ну, котлючки классные. А вы посмотрите, это коммерческий сорт. Ну, посмотрите, какой классный. Красивенький. Такой можно найти, можно даже... Ну, блин, ребят, если честно, ну, понятно, что нужно и такое все показывать, но... Вот, Сугайкидин, это, конечно... Это прям классно. А это я не знаю, кто тоже такой приятный. По пилорикам я съезжу. Я говорю, мы нашли чувачка такого интересного. Чувачка, дядечка интересного. Будет круто. Будут интересные сорта, которых ни у кого пока больше нет. Поэтому не буду про него рассказывать. Чтобы так пока и было. Пока мы все не заберем, потом, пожалуйста, все остальные тоже могут забирать, если что-то останется. Потому что, вот, например, Вуду, да, то, что я отобрала, ну, вот выставлено у нас было, а их больше нет. Нет, они, конечно, есть, но не цветущие. А вы знаете, что и как вот пластик Дола показывала вначале, они могут по-другому совсем себя вести. Ой, смотрите-ка, коты. Спарокает. Нет, повтор я отключу. Повтор я отключу весь... То есть вот я сейчас эфир закончу, я уже говорила об этом. И до зимы я ролик этот скрою, потому что я хочу, чтобы зимой тоже был какой-то материал. А еще раз идти сейчас снимать отдельно, честно говоря, нету сил, просто вот нету сил. А материал нужен до зимы тоже, потому что зимой иначе будет нечего смотреть. Мне кажется, зимой будет классно еще раз прогуляться, побывать тем, кто не был, прогуляться еще раз. А я сейчас хочу спросить, вот, ребята, это вообще бомбезная находка. Ну вот это тоже, конечно, я не знаю, кто это прям ух. ГВ Гранд Ворд, вот Сидейра Японика. Если вы сейчас закажете, я так понимаю, она вот такая придет, потому что это вот клиентские, как правило, отсюда берутся заказы. А вы видите, вот Денис, он не занимается, у него пилориков вообще нет. Тут Леодоры есть.
Это на Биколор, да? Блин, она потрясающая. Слушайте, давайте, я хочу прям... Я сама хочу на нее спец открыть. Вот. Сейчас. Мне, чтобы не ходить, это Sweet Memory Bubble, она же Леодор. Я могу запросить у него цены, если нужно, и мы откроем спец. Девчонки, ну вот это просто крутяк. Сейчас пойдем спрашивать. Ну, я думаю, что все уже. Я все показала, больше ничего нету. Если что-то будет, я сделаю еще маленький эфирчик. Может быть, пробегусь, маленький оставлю, ну, вот на, в общем доступе, а большой все-таки я скрою. Все, всем пока, всем спасибо, кто был с нами. Всех люблю, всех целую. Всем хороших выходных.